Так, ну сегодня у нас с вами прием. Там немного записалось, посмотрите вопросы. Подготовьтесь. Значит, завтра в 9 видеоконференция губернатор проводит, повестка есть. Там тоже. Подготовьтесь. Так, совещание по мероприятиям на социальной сфере. Кто нам нужен? Нам УКС нужен? Да. Рафаэль Жиганович. В 11 часов завтра ко мне. Кто еще нужен? Ирина нам нужна? Без рук? Да, не знаю. Нет. Ну, значит, Рафаэль Жиганович. И вы вчетвером тогда. Все четверо. Салмин, Климов и Часовская. Борисовна. Так, у нас на сессию все готово, все документы отданы. Значит, вот у нас в среду 15 часов совещание по теплоснабжению. Наверное, давайте сразу и его туда. Да, Владимир? То, что мы хотели, давайте вместе. Там есть пересекающийся вопрос, давайте разговаривать вместе. То есть и вода, и тепло в среду в 15. Готовьтесь. В пятницу не будет проводить. Так. С Качаном связались, там закинули ему вот наш этих. У него есть информация, сегодня будет все сразу. Ну, надо обратную связь понять, приедет, на какой приедет, там, на какой приедет. Так. Вот у нас еще пятница губернаторская елка, там какие-то команды есть у нас? У нас там 10 человек, детей, которые в списке подавали 16 человек, опекаемые дети, 10 человек вот то уже есть, отправили. Ну, подвал, это ваши, да? Да, ну, да. Организуйте, мне доложите, что все шло как положено. Так, ну, прием мы проведем. Субботу там надо будет с афганцами связаться, 26 число, суббота, это день. Вот войск. Наверняка точно они соберутся, но вот надо, значит, провести, организовать как положено. Как обычно, часов 10, да? Да. У нас нету там команды по рабочей субботе. Пока нет. Такие разговоры как бы есть, надо поймать это дело. Нет, ну, у нас единственное, что постановление есть. У нас постановление подготовлено на работу на 26. Ну вот надо, если да. Это. Вся система органов власти вот Ленинской области будет работать, значит, соответственно, суббота будет тогда рабочая. Поняли, да? Дополнительная команда вам пройдет. Сергей, неужели пишут на согласии работать? Если мы работаем, уже это направление. Нет, я имею в виду, если будет тотальная команда дана, значит, будет рабочая суббота. Да, уже, Сергей Александрович, я даю. Все, так, что у нас по обращению? За прошедшую неделю в адрес администрации поступило 21 обращение граждан. Всего с начала года поступило 1253 обращения, прослушано 1214 обращений. Сроков нарушений нет, в дополнительном контроле находится у нас 180 обращений граждан. Это довольно-таки большое количество за последние 3 года. Такого на конец года не было ни разу. Поэтому я обращаю ваше внимание, что необходимо проработать все дополнительные обращения и по возможности закрыть. Еще хочу обратить внимание, то, что 22 обращения граждан со сроками исполнения с 30 декабря по 11 января. Вот эти все обращения вы должны закрыть до 30 декабря. В противном случае выйдем в выходные, будем работать. Много вопросов касаются вопросов ЖКХ. 22 документа, которые тоже находятся со сроком исполнения с 30 по 11 января, тоже должны быть выполнены до 30 декабря. Обращаю ваше внимание. Значит, давайте вот на жесткий мониторинг, и в следующий понедельник у нас планировка будет, вот эти вопросы как-то отдельно, уже конкретно там, кому что, кто еще не закроет. Озаботьтесь этими вопросами. Выборка имеется, можете подойти, поинтересоваться, кто забыл, но они все у вас есть, все не имеются на контроле. Иначе прямо из-за оливье сюда приходить будете отписываться. Все, садись, пожалуйста. Нет еще, Сергей Александрович, у меня еще по графику дежурства. Ну, то есть до пятницы все график дежурства предоставить приемную.
и в том числе как будут работать лечебные учреждения. По какое число? По 10 января. Включительно. Да, включительно. По 10 января. То есть 31 по 10 графики дежурства и работу лечебных учреждений. То же самое в понедельник, значит, о том, что кто сдал, кто не сдал. Хорошо. Дальше по обращению, которые в соцсетях. Значит, у нас просят елку поставить в новом сквере в Южном микрорайоне, насколько это возможно. Значит, там елку уже два поставили, только, по-моему, еще успеть не успели нарядить. Понятно. Садись, пожалуйста. Вот была инициативная группа, которая, так сказать, продавила вот этот вопрос по обустройству сквера. Его обустроили. Ну, инициативная группа, наверное, не должна распадаться. Вот, могли бы там, наверное, как-то с елкой-то общественность подсветиться. Опять все вопросы в администрацию. Елку нам поставили, решите вопросы. Давайте, значит, есть советы общественности. Вот с ними надо работать для того, чтобы советы общественности не только там, значит, заседали, сядут и заседают. Вот это тоже их работа. Депутаты там есть, наверное, в этом районе. Тоже могли бы какую-то роль сыграть. Они все в администрации. Просят залить каток на обувной фабрике. На обувной фабрике рядом нет бюджетного источника воды. Кто-то должен за это будет заплатить из своего кармана. Рядом нет бюджетной. Во-вторых, этот аэродром, но как бы по просьбе больницы используется как площадка для на случай необходимости посадки медицинского вертолета. Заливать его мы не будем. Уже пользовались этой площадкой для эвакуации экстренных больных и будут пользоваться. Есть такая необходимость, будет. Поэтому катка там не получается. Еще жалуются на холод, в бассейне не пьют. Я задавал вопрос, значит, Алексей Александрович, конкретно заявите, если есть с ним, пообщайтесь. Как мне, журнал смотрели. Как мне доложил Никитин, по журналу все нормально, но надо конкретно тогда разобраться. Если есть, конкретно заявите. Все, да. Присаживайтесь. Ламбин, пожалуйста. На этой неделе у нас серьезных инцидентов не было в сетях, но тем не менее, значит, две утечки в сетях теплоснабжения было ликвидировано, две на сетях горячего снабжения, пласетство справилось вовремя, ликвидация из-за норматива не вышли. Четыре утечки на сетях ликвидировал водоканал, значит, по остальным организациям сетевых инцидентов не было. По дорогам. На сегодняшний день мы получили заключение экспертизы по четырем объектам. Это улица Победы, Мостад Октябрьская, Путепровод по улице Тепловской Новой, улица Белинского, Комсомольской, до улицы Московской, Молодая Гвардия, Республики Дочкарова. Всего вот, по заключению 36 миллионов рублей по этим четырем объектам будет использовано. Сейчас мы соберемся по передаче документации в ОКС, по которым постановление будем размещать его сумму. А на сколько осталось еще работать? Еще осталось два объекта у нас. Значит, по комфортной городской среде. Значит, сегодня размещается аукцион по отбору подрядной организации на благоустройство трех скверов по улице Ленина, второй этап. Это сквер Чернобыльцев, сквер Горького 14-й школы и сквер Пушкина в отделе архитектуры. То есть таким образом этот участок улицы у нас будет благоустроен в полном объеме. Предусмотрен также проектная документация и завершение благоустройства, значит, у памятного камня с капсулой перекрестка Московской и Ленина. Значит, в полном объеме, Владимирович, там не получается, у нас там еще аварийное жилье, да? Там вот этот еще клочок потом. Снос расселенного дома, да, у нас не проект, это предусмотрен сам. Плюс надо потратиться на то, чтобы его снести, расчистить. Потом все равно надо будет подумать, как под что эту площадку запахать, чтобы головешки не торчали. Значит, по станции обезжиризования, значит, этап этого года 1 700 000 с небольшим тысяч рублей. Завершен в полном объеме. Значит, вчера вечером должна была приехать КНС-ка. Сегодня, сейчас. Парни возле, да, там все насосные станции, которые, ну, уже за пределами этапа. Таким образом можно подвести итог все целевые программы, которые были в этом году у нас.
связанные с освоением бюджетных средств, дороги, комфортная городская среда, аварийное жилье, дети, сироты, программа экологии, чистая вода. Все объемы завершены, значит, отчеты сданы, деньги подрядчикам, вот последний этап сейчас будет оплачен по станции. Все. Все, да? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. На прошедшей неделе отделом городского хозяйства был проведен осмотр 24 дворов, территории квартирных домов на предмет обработки противоугледным материалом, результатом которого были выявлены недостатки в двух квартирных домах. Владелец управляющей компании направил предписание. Также были проверены конечные остановки автобусов. Это на улице Петровской, улице Пригородной, улице Молодой Гвардии и по улице Завадского. Там замечания не нашли. И занимаются украшением города к новому году. Кроме этого, в четверг у нас был проведен подъезд по благоустройству улиц Стекловской, Кирова, Дарина, Московской, улица Рабочих. По результатам объезда было выдано 6 предписаний на уборку мусора с улицы Дарина, Комсомольской, Стекловской, Рабочей, Октябрьской, улицы Победы, 5 предписаний на обработку противоугледным материалом по улице Клинского, Гражданской, Дарина, Стекловская. По ранее выданным предписаниям убрана куча веток и мусора с улицы Рабочей, 106, улица Суханская, улица Калинина, улица Октябрьская. Выполнена обработка противоугледным материалом тротуаров по улице Калинина, Белинского, Мантрова. Убран мусор с центрального кладбища. И также на прошлой неделе было установлено 2 остановочных павильона с участием депутатов собрания представителей города Кузнецка. Это около 17-й школы и около 10-й школы. Кто участвовал? Живаев, Анатолий Викторович, Конов Сергей Васильевич. Ну, молодцы. Что у нас с маршрутами транспорта? С новыми. Совещание было? По единичке и по семерке договорились о том, что на остановке конечной, где вот улица Заводская, так Анатолий говорит, там перевозчик выставляет своих диспетчеров для того, чтобы контролировать время выезда с этой остановки в сторону улицы Индустриальной. Потому что получается, что приезжая на эту остановку, то есть там контрольная точка, они с опозданием выезжают или с опережением графика. Получается, выезжая на Орджоникидзе Индустриальную, они в расписании, которое установили, не попадают, и жители могут ехать. Вот. А по двадцатке, по-моему, Стухачевской, который ездит, договорились, что перевозчик нам готовит расчет со своей стороны, сколько человек он привез за месяц, получается, месяц отъездил, сколько человек привезено и какие затраты на обслуживание этого участка маршрута. Я так понимаю, пассажира потока там нет. Там один на рейсе, один-два человека. Спрос на этот маршрут отсутствует абсолютно, поэтому нужно... Ну, значит, еще не время этому маршруту будет, значит, давайте тогда пока его убирать. Порожняк гонять, когда там правая сторона улицы пойдет в заселение, в застройку, тогда, видимо, там, маршрут вернемся к нему. Пока пусть проездная дорога сделана. Так, но все равно, значит, сейчас, сегодня мы договариваемся еще раз созвониться с перевозчиком по брифингу, там есть вопросы и есть, и на этой неделе надо его будет. Вот. Хорошо, присаживайся. Инна Ивановна, объявление есть? Да. Указ президента на изменение формул сведения о доходах. В части теперь нужно будет указывать сведения о цифровых финансовых активах и цифровых правах. Это вступает в силу с 1 июля 2021 года. Кроме того, на очередной сессии законодательного собрания Пензенской области принят предлагаемый проект. В частности, внесены изменения в закон Пензенской области о введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области. Установлен размер потенциально возможного получения годового дохода в зависимости от вида предпринимательской деятельности. Установлены уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности о патентной системе налогообложения, касающейся применения налоговой ставки в размере 0. Для отдельных налогоплательщиков впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Внесены изменения в Пензенской области об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения. Установлены налоговые ставки для налогоплательщиков. Кроме того, предусмотрены
налоговые льготы, в частности 2% для торговли, предоставления транспортных услуг, общественных питания, гостиничный бизнес и так далее. И 1% для налогоплательщиков в сфере IT-технологий. И предусмотрено снижение налоговых ставок для предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Пензенской области на 2 налоговых периода. Кроме того, принят закон Пензенской области о внесении изменений в закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в части оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Также закон установлен объем субвенции на осуществление этих государственных полномочий. Кроме того, установлен прожиточный минимум пенсионера для определения размера социальной доплаты пенсии в размере 9020 рублей. Установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности. И внесены изменения в закон Пензенской области о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципальных нормативных правовых актов. В частности, установлено, что оценка регулирующего воздействия не производится в отношении проекта нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы. Проект нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. Проект нормативных правовых актов разработан с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций, природного технического характера на период действия режимов ЧС. Все. Значит, вы тогда с бабушками свяжитесь, вот эти все новации, особенно то, что сессии законодательного собрания, их надо транслировать через все наши каналы информационные, для того, чтобы там люди как-то зацепили глазом это дело. Садись, пожалуйста. Что касающееся вот налоговых дел, с налоговой надо связываться, делать совместный план, информировать, чтобы не каждый сам по себе, а совместный план делать и начинать отрабатывать. Они эту задачу тоже знают, рассказывают, растолковывают предпринимателям. Сейчас раньше было все стройное, сейчас есть варианты, куда им идти. Сергей Александрович, 256 предпринимателей, определивших список налогов, нам передавали. Агентство за прошлую неделю отработали, часть есть контактные данные, а часть приходится на год, так же, как вы. Ну, понятно, я понял, хорошо. Значит, особое внимание обратите на патентную систему. Патент, понятно, там, кому что выгодно, но патент идет в муниципальный бюджет, что для нас важно. Самозанятые идут в областной бюджет, патент идет в муниципальный бюджет. Вот из этих новаций нам это вот как-то ближе и роднее. Ну, люди сами пускай выбирают. В части, касающейся социального контракта, значит, готовьте совещание, Ирина Александровна, списки свои передайте, пожалуйста, соседке Ларисе Александровне. Лариса Александровна, посмотрите через призму образовательных учреждений вот этих кандидатов, которые там есть. То есть варианты, какую помощь оказать конкретной семье для того, чтобы она там вышла в плюсы, да, из бедности. Так вот, с этими вариантами мы там не должны промахнуться. Это не тотальное рассеивание денег, вот на тебе раздали и пошло. Должно быть решение такое выверенное. Там есть кое-какие люфты, значит, закон, который там, есть кое-какие мысли, как его улучшить еще. Это надо все зацепить, обсудить. И будем работать предметно по каждой семье. Там сколько у нас в списке? 228. Вот, видите, вот. И там подойдете еще, Ирина Александровна, подойдете, я еще одну семью подкину, посмотрите, может, у нас в списке есть или нет. Но тоже там ситуация не очень хорошая. Надо посмотреть, как им помогать. Такая большая, серьезная работа. Сколько нам денег выделили на год? 17 090 000. Ну, большая сумма, да, значит, которая позволит, наверное, многим людям как-то порешать те проблемы, которые вот их сейчас загибают вниз и не дают поднять головы. Давайте поможем умно, грамотно, так, чтобы был толк.
Павел Геннадьевич, пожалуйста. Добрый день. В прошедшую неделю был заключен один договор аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем Вагамовым по отчислению строителей 87. Подготовлено 6 заявлений на вынесение судебных приказов на сумму 189 тысяч рублей. Зарегистрирован переход прав собственности на объект электросетевого хозяйства нарастающим итогом в количестве 532 объектов. Сверстано направлен в собрание представителей проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год. Конкурсные процедуры по продаже имущества муниципального казенного предприятия «Дорсервис» в рамках ликвидации завершены. Договора купли-продажи подписаны. Денежные средства поступили в полном объеме. Сейчас ликвидационная комиссия готовит протоколы по очередному погашению задолженности предприятия и возврате субсидий в бюджет города в размере 7 200 000 рублей. Ну ясно. Надо завершить эту процедуру. А так, в принципе, хочу поблагодарить всех, кто в этом вопросе был задействован. Но, в общем-то, с задачей справились во всех отношениях. Да, есть и новый коммерческий оператор, который занимается дорогами города, и с банкротством мы спрыгнули, на которые могли нарваться очень конкретно, да, и как бы потерь бюджета города не понес. В этой связи вот, нам большой плюс. Там какие-то новации законодательные, насколько уловил, да, там в плане вот кадастровых работ комплексных, там и частное лицо теперь может заказать эти работы, да, инициировать, да? Да, и не только это нововведение, даже большую ценность для нас представляет инициатива законодательная о внесении изменений в земельный кодекс, в соответствии с которыми, земельные участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома и объекты незавершенного строительства, которые тоже относятся к индивидуальной жилой застройке, могут быть предоставлены в аренду заявителю по процедуре предварительного согласования. Ну, то же самое, Павел Ильич, надо об этом рассказывать людям доходчивым, простым языком, используя там электронные вот эти платформы, СМИ, там, печатные и так далее. Надо рассказывать, чтобы люди ориентировались, где это возможность решения для многих проблем, причем там, вот если, допустим, про комплексный кадастр работы, я понимаю, это подешевле, серьезно, да, если там индивидуально. Вот, там. Да. То есть это такие решения, которые позволяют людям выправить свою ситуацию и не сильно не потратиться. Видите, законодательство двигается. Хорошо, садись, пожалуйста, спасибо. Людмила Николаевна вышла, да, пожалуйста. За отчетный период отдел настройки и перестройки подготовлено выдано одно уведомление об окончании строительства, одно уведомление о планируемом строительстве, 7 постановлений о присвоении адресов, предоставлено один условно разрешенный вид. Земельного участка предоставлено 8 разрешений на отклонение определенных параметров, выдано одно разрешение на перепланировку жилого помещения, внесено одно изменение в разрешение на строительство, введен объект, один объект в эксплуатацию, это АЗС Лукойл по улице Московской, шоссе 89, подготовлено 5 градостроительных планов и осуществлено проводка на место по обращению граждан. Ничего там, пока вас не было, накосячили почему-то? Все нормально? Мы как бы на телефонах были, вроде как попросили. По срокам все там нормально? Я сейчас проверю, потому что... Ну, проверьте, да. Хорошо. Садитесь. Анатолий Николаевич, что у вас? Роман, текущий роман. Готовьтесь к совещанию. Да, Павел, садись, пожалуйста. И на совещание, на это, которое в среду будет, Павел Геннадьевич, Людмила Николаевна тоже подходите, поскольку там вопрос связанный был с стройками и так далее, наверное, решаться землями. Будем обсуждать. Игорь Вячеславович. Извините, на включение полного работы. Понял. Повесили все там баннеры? Все там осталось немножко. Ну, довесите, да? Да. Ну, спасибо за украшение города. Значит, Елена Николаевна, познакомьте с рекламщиком, который вот нам рассказывал про вот эти. Я с ним звонил, созвонился. Да. Он сказал, что попозже будем участвовать. Ну, вот, не важно. Я не говорю, что сегодня-завтра. Может быть, мы не завтра. Что знаем, порешаем.
А так, в принципе, вот там, и люди просили, да, обозначали нам проблему. В принципе, мы немножечко город подукрасили, да, вот на тех баннерах, которые у нас были к 9 мая, мы их использовали под новогоднюю, такую, скажем так, наглядную агитацию. Баннеры наши повесили? Повесили? Ну, проверьте. Один точно видел. Вот еще два, пока не попробуем. Ясно. Валерий Анатольевич. 4 дырки было, ликвидировали. С сегодняшнего дня сейчас объезжаем к Новому году все пожарные гидранты, особенно школ, просадки. Проверяем работу способность, очистку, маркировку. Текущая работа. Понятно. Присаживайся. Ты сайт давно смотрел? Ну, у меня все здесь есть. Садись, пожалуйста. Там написано. По правде 23. Садись, там написано у тебя на сайте. Садись. Сегодня, 10 июня, аварийные работы проводятся там-то, там-то. Сегодня какой у нас июня? Нет, ну, просто, товарищи руководители, свой сайт, если завели, и каждый день просматривайте. Я сайт администрации просматриваю каждый день. И там алёкаю там всем, кому, где у кого какие косяки. И как бы, чтобы, как говорится, два раза не вставать, Валерий Анатольевич, значит, смотрите, вот сиди. У нас в этом году маловодный год был, да, лето маловодный был. Вот ты сейчас уже конец декабря, ни снега, ни запасов воды, ничего не намечается. Я к чему? Кроме качества воды, кроме прямой вот этой вот, как бы, обязанности, все-таки я считаю, что вам надо как-то и такую агитацию проводить, просветительскую работу в плане такой вот экономного использования воды, каких-то технологий, предложений людям, потому что, ну да, построена станция безжелезная, там, значит, посвящаем, сейчас найдем пару-тройку скважин, мы там отремонтируем, но если мало будет воды в природе, в принципе, а есть такая вот угроза, да, климат меняется, да, вот тот год сухой был, этот ничего не падает еще, и что-то пока не сбывается. Надо просто перестраивать мозги людям, перестраивать свое домашнее хозяйство. Вот на Нью-Йоркской бирже, где торгуют нефтью, начали торговать водой, фьючерсами. Понимаете, это глобальные изменения такие. И нам тоже мозги надо перестраивать, да, там на чистую воду, значит, на попить, на помыться, на постирать, значит, мы организуем. Но на огороды и на мытье машин мы уже не потянем. Поэтому тут, ребята, там либо свои скважины давайте выводите под технические нужды полива, либо там какие-то ставьте сборники там дождевой воды и так далее. Это природа, природа меняется. Природа меняется. Ну да, нам повезло, тут у нас воды, вон, родники бьют пока. Пока бьют. Но вот Труёв уже заканчивается, да, из того, что было. Такие, как бы, фундаментальные запасы воды, они у нас не очень качественные, поэтому мы вынуждены строить дистанции безжелезными. Поэтому надо привыкать. Кроме того, значит, и колонки со временем мы будем включать. Правильно, Валерий? Колонку будем выключать, да. Вот воду провели на улице, колонку убрали, колонку. Кто за нее платит? Мы за каждый литр, это валюта, это золото, вода – это жизнь, все. Надо к этому приучаться. Так как она раньше текла, течь уже не будет. Хочешь по экономическим делам, хочешь по просто, так сказать, по природным, техническим, технологическим. Это все надо рассказывать. И вот идеологию эту, ну, наверное, водоканал должен как-то так, как наиболее близко к этой теме организации, профессионально доводить до людей, рассказывать, тем более у вас там есть хороший сайт, в принципе, по логике, там, с обратной связью и с общением. Вот надо эти вещи все рассказывать. Где-то там, может быть, с торгующими организациями, кто специализируется на каких-то устройствах, связанных с там, водой, да, там, очисткой, добычей, экономным расходом. Все вот это вот надо как-то туда загонять, чтобы потом не кричать, что у нас воды нет, ее нет. Ее у нас нет, потому что льем на огороды. Ту воду,
которую надо пить. Такого в мире нет нигде. Понимаете? Вот в Англии классический способ умывания – налить в раковину и умыться. Все вид победнее умываются все одной водой. Вот вся семья по одному умылась там. Кто там меньше котируется, он последний умывается. Понимаете? А мы тут кран открыли и понеслось. Это не от красного словца. Я понимаю, что проблема может быть, понимаете? Не просто так мне поговорить охота. Понимаю, что может быть проблема водоснабжением города. А для этого люди немножко должны перестраиваться. Водопотребление и так растет. Как раньше стирали, да, три корыта нагрела или два, и все. А сейчас машинка, сколько она это прокручивает? Я думаю, там их корыта уходит немерено. Души у всех. Водопотребление очень серьезно выросло. Там машины, там, которые там посуду моют, много чего, короче, появилось. Людмила Петровна, как дела у вас? Все хорошо, да? Ладно, хорошо. Эдуард Борисович. Занимаемся священством, Сергей Александрович. Сколько отработали за неделю? 52. 52, да? Но там добавляется, да? Постоянно добавляется заявки. Ну, да, мы не успеваем, Сергей Александрович. В этом, на этой неделе регион выставляет две бригады, мы его просили настоятельно, чтобы он привлек как можно больше. Ну, ясно. Так, а на следующий квартал мы? Мы выставили 350 тысяч. Мы, я так понимаю, мы отыграем их, исполним, а там уже... Мы прямо в январе, как выйдем, вернемся к этому вопросу. Сам напомнишь и будем смотреть, там, чтобы у нас опять не было паузы в контрактах. Посмотрим. Хорошо. На то это как бы тебе вот мячик перекидываю. Садись, пожалуйста. Информацию тоже пресс-служба по исправленным этим заявкам. Так, дорожный комплекс, ну проблем особых нет у вас, да? Все, что там, в готовности, да? Технику забираете вы там потихоньку? Хорошо. Так, в зеленом городе тоже особых проблем нет, да? Ну хорошо. За тротуары вы посмотрите. Так, у жилищников как дела? Все в рабочем порядке. Аварии нет, ничего, все работает, все стекло, жалобы. Да ну бывает. Стоящий. Реагирую. По теплу в основном. Да. Хорошо, понял. У соседей как? У нас тоже все в рабочем режиме. Ясно. У вас? Все в рабочем режиме. Все включены, все стекло, да? То же самое за подходами. Садитесь, пожалуйста. Подходы, посыпка и обработка подъезда от ковидышной, скажем так. Так, Рафаэль, ну, все, мы по станции документы отправили, да? Да. Хорошо, садись. Так, у нас пенсионный не пришел, значит, Ирина Александровна, вы свяжитесь с пенсионным, узнаете, как у них вот эта ситуация с 5000, и мне доложат. 5000, которые идут через пенсионные, вот детям до 7 сроки и все остальное, информацию пусть возьмет, тоже закинет, чтобы люди знали, где, когда и как. Сергей Александрович, она давала мне информацию, мы переслали всем родителям. Значит, на сайте что сделаете, чтобы люди знали, какие сроки они придут. Так, в МФЦ как дела? У нас все в рабочем порядке, но там холодно, как бы переписываем с арендодателем по этому вопросу, ну очень холодно, конечно. Ну, если так оно будет, мы дислокацию сменим чуть-чуть. Потому что мы приходим к нему 12 градусов. А это самое, есть возможность там подогреться к каким-то элементам? Они как-то разогревают в середине дня, а потом опять убавляют. Я не знаю, чего зависит, но пишем, разговариваем. Понятно, ладно. Буду иметь в виду это дело, что... Если такая ситуация будет, значит, будем менять дислокацию. Садись, пожалуйста. Так, у нас день энергетика 22-го, да?
Сам как вам поздороваться будем? После УКС. Будет УКС, ну да, да, значит, организуйте, пожалуйста, там, чтобы у нас были представители всех энергетических организаций, мы скажем спасибо. Так, в садике в 28-м. Что, как дела у нас? Ну, работу закончили вчера, на годичных уехали, но, как говорит заведующий, получше стало. Ну, есть группа, которая закрыта, особенно там еще не очень хорошо. Ну, я думаю, что... Но надо с учетом промывки, да, определиться, так, уточниться по замене. Угу. Мы уже определились. Ну, там вот что-то поменялось в лучшую сторону, как говорят. Ну, это так в той части, где надо уходить. Ну, тогда, значит, надо заключать договор. Батареи завезли, да? Да. А во втором саду как дела? Да, все нормально. Все нормально? Понятно. Значит, мы на прошлой неделе провели балансовые комиссии по муниципальным предприятиям. Вот хочу озадачить на следующий год руководителей муниципальных предприятий. Это и «Зеленый город», и «Водоканал», и «Теплосеть». Ищите возможность поднять зарплату своим работникам. Мы об этом говорили, но протокольное поручение должно быть. Зарплатки у нас явно не те, на которые люди, за которые люди должны работать. Механизмы здесь простые. Надо искать дополнительные приработки, надо повышать эффективность использования техники. У нас много старой и затратной техники. Ну, где-то и оптимизировать людей, если техникой можно что-то делать. Но те, кто работает, зарплата должна расти. На это будут обращать первостепенное внимание. Если есть какие-то предложения у вас, связанные с тем, что мы должны решить на, так сказать, муниципальном уровне, подходите, будем обсуждать. Будем обсуждать. И, значит, не средняя по больнице зарплата должна быть, расти, да, там начальника выросла больше всех, и, так, соответственно, у подчиненных вроде как выросла. Зарплата должна расти у тех, кто работает. Особенно у тех, кто, от кого, значит, вот, больше работает. Основные ведущие специалисты, на которых все держится. Всегда такие есть. Имейте в виду. И, значит, вот балансовая комиссия, когда будем готовить, надо вот эту вот фактурку смотреть, там, когда мы будем готовить материал, что там, что с зарплатой происходит. Значит, еще раз поручение, что касается социального контракта, значит, отдел соцзащиты, сверить данные, отдать в отдел управления образования для того, чтобы все было у нас сбито. Значит, проводил Владимир Евгеньевич совещание по прохождению транзитных тепловых сетей по частным территориям. Как протокольное решение принято, значит, в этот протокол зашейте поручение. Зашейте поручение, и вот со сроками, которые здесь указаны, тоже возьмите на контроль. Руководители, мы уже тут в разных формах совещались и будем совещаться по Новому году. Протокольно. Готовность аварийно-диспетчерских служб к Новому году. К работе в условиях длительных праздников. Инструктаж диспетчеров, каналы связи и, значит, готовность аварийных бригад к работе. Особенно учитывая, прошу учесть, значит, что холода сейчас вот настали и будут, наверное, еще холода. Значит, условия для работы аварийных бригад, ну, надо обеспечить. Теплушка должна быть. То есть люди должны работать в тех, ну, максимально комфортных условиях. Все при необходимости, вот, управление ГОЧС, подключайтесь, Владимир, координируйте. У одних есть одно, у других есть другое, проблемы общие. Решать надо сообща.
Так, по акциям, по акции, как у нас дела с подарками? Так, Сергей Александрович, на сегодняшний день у нас с учетом министерских плюс 400, которые 3011. И а нам по 400 у нас есть, когда они приедут? Это мы сами должны будем забрать. Контракт. Ну а когда забрать? Нет еще? Да? Пока еще ничего не сказано. Контракта еще не заключили в банк. Но 100% будет все. Когда мы раздавать начинаем? С сегодняшнего дня уже приступили те, которые в субботу поступили, привезли. Алексей Александрович, спасибо, организовал разгрузку. И мы с сегодняшнего дня той категории, которая положена по линии министерства, мы раздаем. Благотворительные начали уже вручать 15 декабря. Те, которые у нас находятся на социальном обслуживании, ребятишки с ограниченными возможностями здоровья. И все, которые сейчас у нас есть, мы тоже приступаем к двум. Ну, вот эти благотворители, значит, их надо будет потом, когда список подобьется, их опубликовать. Надо, да? Да. Именно вот кто со стороны, предприниматель, частные лица. Это мы делаем каждый год. Да. Муниципальное начальство здесь не надо упоминать. Невеликий благотворитель. Понял, хорошо. Значит, докладывайте мне тогда. Хорошо. То есть у меня теперь ежедневно две цифры. Сколько подарков, сколько раздали. Сколько подарков, сколько раздали. Хорошо, садись, пожалуйста. Так, что у нас по ковиду? На сегодняшний день зарегистрирован 161 случай ковида. Из них 29 детей. За прошедшую неделю ОРВИ 477 случаев, пневмония 79 случаев. На карантине находятся 3 группы в детских садах, 6 классов в средних образовательных учреждениях. Всего по городу по ковид 218 человек на карантине. Из них 182 ребенка и 36 взрослых. Заболеваемость по детским садам, значит, в детских садах 6,3% отсутствует детей по болезни и 4,7% педагогов. В школах 6,1% учеников и 2,8% педагогов. По СУЗам отсутствует 99 студентов и 3 педагога. По вакцинации от ковида сейчас обследуют, на этой неделе будет результат, там видно будет. Ну, тоже, вот садись, пожалуйста, вот эту тему ее надо будет постоянно подсвечивать, вакцинация от ковида. Не у всех есть понимание, там есть масса нюансов, это наше профессионально, значит, медики рассказывали об этом деле. У нас с машинами как дела сегодня? Ушли. Сколько? Две машины на детскую и одна на детскую. Три машины сегодня, да, работают. Три машины. Да? Все хорошо. Три машины сегодня работают. Так, значит, вот на Новый год у нас досуговые мероприятия, как все, елки и так далее. Ну, елки мы проходим до каникул, а в каникулярное время в 3 часа, это 4, наверное, да, 3 воскресенье, составим график и, соответственно, основное мероприятие на улице. Понятно. С участием граждан. Хорошо, Алексей Александрович. 2 числа стартфильм объект на Солхоге будет работать обычно правильно. С 2 числа первых ходов. Мы какие-то ударные там мероприятия не проводим, там что-нибудь там, праздник какой-то лыжный или что? Нет, задание у нас адрес лыжный блок, мы так кого сидим проводить 7 числа. Так вот об этом надо рассказывать, какие-то такие. Анонс дали. А? Анонс дали. Анонсы давайте, да, там, чтобы это все было. Катков сколько залито у вас? Акционный. Катков сколько залито? 6. 6 катков, да. Должны работать тоже. Все работают. Хорошо. Белки отличные получились. Перенесем. Основные мероприятия у нас также пройдут с 2 числа. Юность Родина дает елки с малым количеством детей, ну, до 30 человек. Вот. А в основном со 2 по 10 число ежедневно в парке будут проходить мероприятия. И 7 января совместно с отделом молодежной политики и ночными волками будем проводить мероприятия в парке. Там елка как прошла? Елка прошла хорошо, народу было очень много. Значит, вот подумайте, может быть, все-таки в каком-то режиме, чтобы открыты были музеи. Ну, я не, большие группы, может, не придут, но вот люди, вот 2 человека даже придут, с семьей вот зайдут, посмотрят. Понимаете? Подумайте на этот счет.
музеи и библиотеки будут работать, ну, кроме 1-2 числа. Ну, вот это все анонсировать, да, и после планерки подойдешь. Хорошо. Отдам тебе экспонат в музей. Кузнечного дела. То есть надо обеспечить доступ народу так, чтобы, ну, у кого кто по интересам, кто книжки почитает, кто на лыжах побегает. Мы будем работать. Досуг в плане, значит, нагрузить печень, я думаю, народ сам себе обеспечит. А вот все остальное для души, для здоровья. Надо бы помочь. Так, по стройкам у нас вот по стадиону что-нибудь наформили? Пока нет ничего не оформили. Ну, небольшая там сумма, он на этой неделе. Нет, ну, у нас оно в бюджете, она в кредиторку идет. Поэтому давайте помогайте. Теперь гараж. С гаражом же. С гаражом замечание отдали. Хорошо. Значит, как бы обещался, сегодня подойти и поправить замечание. Ускоряйтесь тоже самое. Кредиторка. Кредиторка от ускорения, не от нас. Ну, и от вас тоже. Знаю я ваших девушек там. Как начнут кочевряжиться тут это. Ускоряйтесь, давайте, рулите процессом. Садись, пожалуйста. Теперь, значит, вот у нас где новая пятерочка здесь на Стекловской, он подписался там на загородку делать, да? Да. Я... Какие сроки? Там не указано. Значит, надо связываться с ним. С Дроговым. С Дроговым, да. Он как бы, мы там ему пошли навстречу, он должен там поставить вот это пешеходное ограждение, потому что сейчас у нас там бардак. Мы с ним встречались, Сергей Александрович, в среду, с участием ГИБДД. Когда он поставит? Значит, он срок назвал, сказал, что ускорить все войны, сколько можно. Пока он поставил, вот, чтобы там машины стали парковаться прямо в шину. Ну, понятно. Поставил пока вот полусфера. Так, металлическое ограждение на перекрестке, плюс он поднял тротуар на полметра. Если кто-то упадет, вот, он должен там еще поставить. Ну, надо понять срок. Не такая великая эта работа, пусть делает. Но был лично средний. Теперь, Алексей, по Орджоникидзе, когда вопрос решим по знаковому хозяйству, по новой дороге? Нам нужно изменить проект, когда тоже движение. Ну, вносите. То есть, вот хорошую дорогу построили, значит, а у нас весь поток, значит, тяжелого транспорта идет по индустриальной, по Белинской. Надо разгружать, значит, надо открывать там движение. Правильно? Да. Давайте знаковое хозяйство делать. Теперь, значит, вот вы занимались с киоском по предписанию ГАИ. Все решили, могу еще. Нет, решили. Какие сроки поставили? До конца января. До конца января? Да. А это нас устраивает до конца? Это ГИБДД устраивает. Понятно. На контроль берите. Хорошо. Так. Хотел бы обратить внимание на соблюдение правил пожарной безопасности на объектах. Сейчас все равно нагрузка на сети где-то там дополнительный подогрев идет, ставятся радиаторы, электрические колориферы всякие и так далее. Там потом вот гирлянды эти елочные. Если они висят, это хорошо, что они висят. Но во всяком случае, там, когда детей нет в школе, ну, значит, кто-то должен обходить, контролировать это дело. Ну, и часов 7-8 это дело гасить. В принципе, в идеале, конечно, гирлянды все должны быть сертифицированы. Вот. Также обращаю внимание, значит, что сейчас вот там мороз, там, ну, сегодня там, как говорят, 25 будет и так далее. Особенно ученики младших классов надо контролировать. Ну и чтобы никто не заболел, не потерялся. У нас последняя учебная неделя пошла, да? Нет? Да. Это Лариса. Ясно. Я думаю, достоим. Не будем уходить на удаленки какие-то. Какие вопросы, объявления есть? Вопросы, объявления. Значит, у нас последняя рабочая полная неделя праздничная. Вот вопросы, связанные с подготовкой своих организаций, особенно коммунального хозяйства, особенно жилищники и так далее, за эту неделю их надо самым активным образом решать. Еще раз говорю, аварийные диспетчерские службы, состояние там, этих чердаков, подвалов, все вот это вот проверить. Народ уже начинает гулять,
смотрим там, сводку мне климат дает, да, там вообще. Ну понятно, там ищешь грипп, ищешь ковид, а находишь цирроз печени, СПИД, алкогольная миопатия. Вот. Уже пошло. Случаи такие плодятся и множатся. Перед каникулами провести инструктаж детей в плане безопасности. Они тоже у нас сейчас эмансипированные все, да, там сейчас отмечают по-взрослому. Себе биографию не попортили, а еще хуже, если жизнь и здоровье. Такое тоже может быть. У нас сейчас рейдовые мероприятия по торговле проходят. Значит, дополнительно попрошу вот там в чате своем и так далее, вы двиньте вот эту тему, напомните о продаже несовершеннолетних. Или... Только писали. Ну, еще раз. Хорошо. Так, нет вопросов по объявлению. Все, по рабочим местам, по работе.